приехали из Цюриха в Люцерну на поезде с одной остановкой в Цюрихе. По времени 40 минут длилась наша поездка. Сейчас движемся в сторону горы. Будем подниматься на высоту 2100 метров. Железнодорожная станция. Самого городка Люцерн до горы пройтись порядка 5 километров. Нужно будет сейчас на пешком до подножия горы и там подниматься на высоту 2000 метров. Не факт, конечно, что мы поднимемся на такую большую высоту, но попробуем часть какую-то пройти. Видно нашу гору высокую. Как она называется? Пилатус. Заточки, конечно. И всю часть ее видно. Поднялись мы сначала на одну гору. Спустились. Сюда дошли до подъемника. Подъемник на гору. И не один, а их тут несколько, 2 или 3. По порядку, за каждый нужно платить. На 800 метров уже поднялись. Дошли уже до снега. Вот тут мы вот начали свой путь, пошли сюда, так чик-чик-чик-чик-чик, и добрались вот сюда, Криенсер-Эк. На 1026 метров поднялись, и можно идти двумя путями, либо по третьему маршруту, либо по шестому, вот сюда, выше. Либо подниматься сейчас на подъемнике на высоту 1416. Двигаемся уже в обратном направлении на спуск. Поднялись на высоту 1000 метров, чуть-чуть больше, 1080, до первого подъемника. Всего таких подъемников, остановок у подъемников 3 штуки. Мы до первого дошли, там дальше уже начинается снег. Уже подниматься дальше возможности особо нету. Чтобы подняться на подъемнику, 2 остановки оставшихся. Стоит для одного человека туда и назад вернуться на эту же первую точку 52 франка. Для двоих 104. Недешево. И вот остановочки со столиками. Обратно в город, на мост. Сейчас пойдем в ресторанчик, покушаем и домой. В итоге опаздывали на поезд и вместо ресторана забежали, взяли пиццу. Едем назад уже.
Проезжаем сейчас озеро, Цюриховское море называется. Все, вернулись уже в Цюрих. По времени заняла 40 минут поездка на поезде. Вот большое здание почты, там рядом аренда велосипедов под низом. Вот такой вот городок. Тут же рядом возле почты и центральный вокзал, там он находится. И возле него вот такое вот количество велосипедов стоит огромное. Несколько рядов. Так что все, поездка наша уже закончилась. Вот офис Гугла, маленький какой-то филиал. Идем уже домой отдыхать. Все, до новых встреч.